Из Саутгемптона лайнер провожали с ликованием, а пассажиры считали себя счастливчиками. Роскошное убранство «Титаника», сервис вкупе с самыми современными технологиями обещали комфортное путешествие через Атлантику до Нью-Йорка. Тогда в британских газетах часто мелькала строчка: «Даже сам Господь Бог не смог бы потопить «Титаник». Видно, люди забыли старое ирландское присловие: «Гордыня – предвестник падения». На пятый день путешествия лайнер почти на полном ходу по касательной напоролся на айсберг. Общая длина пробоин составила 90 метров. Агония «Титаника» длилась 2,5 часа. Из более чем 2000 пассажиров было спасено лишь 712 человек. Спустя 100 лет стало известно о создании «Титаника-2», усовершенствованной копии оригинального лайнера. Спуск на воду «Титаника-2» намечен на 2018 год. Автор проекта, магнат Клифф Палмер, уверен, «Титаник-2» минит печальную участь оригинала.